как снимать слоу-моушен на камеру А6300. Слоу-моушен, или высокоскоростная съемка, во все времена завораживала зрителя. Целью такой съемки является последующий просмотр записи в значительном замедлении. Таким образом, можно в деталях рассмотреть события, которые ускользают от невооруженного глаза из-за своей скоротечности. В современной камере Sony A6300 есть возможность записи видео со скоростью до 120 кадров в секунду при разрешении 1080p. В камере есть два варианта записи slow motion. Первый. Во второй вкладке первого пункта меню устанавливаем формат файла XAVCS и параметры записи 100p для стандарта PAL или 120p для стандарта NTSC. Выбирая битрейт, остановимся на 100 мегабитах в секунду. Этот вариант обеспечит лучшее качество видео. Обратите внимание, что для этого понадобится скоростная SD-карта стандарта не ниже UHS IU3. Добиться максимального 5-кратного замедления можно в видеоредакторе при условии съемки 120p с сохранением видео в 24p. Важно отметить, что при переключении режимов PAL NTSC карту памяти необходимо отформатировать, иначе видеосъемка будет невозможна. Во втором варианте запись видео также происходит со скоростью 100p для стандарта PAL или 120p для стандарта NTSC. Но в отличие от первого варианта, видео будет сохранено с переводом в 25 или 30p с возможностью просматривать замедленный вариант сразу на камере. В данном варианте звук записан не будет. Включить этот режим очень просто. В седьмой вкладке первого пункта меню в разделе выбора видеорежима выбираем любой с пометкой HFR и можно снимать. Теперь вы сможете наслаждаться динамичными сценами с замедлением воспроизведения до 5 раз. Данная инструкция также подходит для других камер Sony Alpha и серии RX, которые поддерживают возможность записи высокоскоростного видео, режим Slow-Mo или HFR.